Это мой хвост. Так, вы, наверное, задаетесь вопросом, что здесь происходит. Рубина намокла, и теперь она у нас сегодня русалка. Это Хэллоуин. Наше, так сказать, его видение. За нас. Ты все время пьешь, ты. У тебя вот эта армянская твоя хрень. Это пепси. Лишь бы. Да тебе не важно, тебе лишь бы за нас. За русалок, за дельфинов. За мой хвост, так до бесконечности. Да. Ты вечно пьешь. Знаешь, это типа за любовь не пьют, за любовь борются, за здоровье не пьют, за здоровье что-то там. На выпей. А, вот стакан придает мне сил. Так выпьем за мечты, потому что мечты сбываются. Что-то там, я не понимаю, у нас какая-то намесь Хэллоуина, Нового года и твоего армянского корпоратива. Она твердая, обычно на сегодня. В фильме снимались Кариба Хейн, Клэр Холл, Фиби Тонкин и Ангус Макларен. Все уже заколебались от наших высоких нот. Девчонки, назовите мне самое важное открытие этого года. Место проведения танцев. А вот и нет. Вот и да. Аквапарк отказал нам в проведении дискотеки. Мы остались без помещения. Ничего, кто-нибудь все решит. Этот кто-нибудь мы. Я председатель организационного комитета. Так, сейчас я работаю над вещью, которая сделает жизнь русалок проще. Может, организовать танцы на улице? Отгородить территорию школы и танцевать там? Всем я позвоню в мэрию. Он там какую-то гениальную разработку придумал. Он такие, где же мы будем танцевать? Думаете, выйдет? А может, кафе? Точно! Там действительно отличная обстановка. И потанцевать есть где. Блин, они в этом кафе тусуются каждый день. Им что-то идея в голову пришла. Я что-то не понимаю, Уилфред, мне кажется, он уже как бомжей его должен поганой метлой выгонять. Просто опять... Уходи отсюда, блин! Пошел вон! Эй! Там не с чатом. Кто бы сомневался? Не, а кто-то удивлен, что она там появилась? Мне кажется, у нее нет дома. Я да, уже, Саш, мы это знаем, что я у нее нет. Я 100% уверен, она не ночует. Саш, ты уверен? У нее нет дома, мы это выяснили еще в 15-й серии. Ну а ее в детдом отправили, ой. Помашем ей? Он почувствовал ваше волнение, он сам мне сказал. Общение с дельфином? Многие морские животные телепаты, это почти магия. Ничего особенного они, конечно, не умеют, но тем не менее. Но тем не менее. Первый случай насилия. Очень странная женщина, безусловно. А как она может с ними разговаривать? Она разговаривает с дельфинами. Она не может с ними разговаривать, она все это выдумала, потому что она уже свои силы растранжирила, отказалась от них. То есть все, о чем она с ними разговаривает, это чисто ее прикол. Да. Больше никто не умеет, только она может. Она больше не русалка, дельфины ее не понимают. Это говорит о том, что это ее уникальный дар. Хорошо, что есть наука, а не только ваша магия. Льюис пытается изобрести что-то, что облегчит жизнь русалок. Не поможет. Ха. Ну, может, они и не смогут читать мысли медуз, но зато смогут жить нормальной жизнью. Никто не может читать мысли медуз. Даже медузы. А эти девочки не просто обычные люди. Ошибаетесь. С ними случилось нечто необъяснимое, но наука может найти на все ответ. Наука может объяснить пение китов? Да, она может. А рассказать, о чем они поют? То есть ты можешь, да? И единственный, кому мы должны довериться, это те, а они поют. Так это же не пение, это они призывают самок, нет? Нет, или они разговаривают другие? В целом. А кто там поет и этим призывает самок? Все поют и призывают самок. Егор Грин! Я посебой! Посебой! Все поют, самок зовут. Ну, это нормальная история, но они общаются. У них там какая-то сложная система. Мне сейчас интересно, что чатом скажет.
Просто очень интересно. Мисс Чатам такая, они... одна я только знаю, как они что поют. Они поют про индийский чай. Индийский чай. Грузинский чай. Ладно. Нужно заняться танцами. Почему не серфинг? Удачи. Пообещайте мне только одно. Веселиться на полную катушку. Не хочу, чтобы все думали, что у меня скучно. Не волнуйтесь. Какой крутой. Крутой дядька, да. Разгромите там все. Типа... Покажите, как круто я могу, как и рать, чтоб... Оторвите. Место сурово не отстаньте на моей этой кофейне. Ладно. Тогда вперед. Это отличное место. Да. Здесь уже есть хорошие напитки, музыка и охрана. Так что у нас останется время и на все остальное. Вы так заняты? Да, но в любом случае это будут лучшие танцы года. Не... И на все остальное она с ним заигрывает? Ну да. Так она же его, ну, бросила. Зачем заигрывать? Ладно, все, я понял. Такой дурацкий вопрос, зачем заигрывать? Ну просто объясни мне, она до сих пор такая, да? Ну я не знаю, мне кажется, просто это какой-то... обычный разговор, и, возможно, она немножко кокетничает. Мне хочется кокетничать. Ну, как пококетничать. Ну, кокетство. Пококетничать. Ничего себе обычный разговор. Ну, ты представь себе на место Байрона. Тебе говорят, и все остальное. Ну, может, она имеет в виду покушаем, попьем. Покушаем, попьем. Пофоткаемся. Пофоткаемся, и все остальное. Никто не останется после них разочарованным. Круто. Так, ты идешь? Конечно, ты ведь так стараешься. Так что увидимся там. Он ее не пригласил. Что с тобой? Почему? Там же по парам идут, каждой твари по паре идут на бал, на танцы. Он должен был ее пригласить. Ну да, парни обычно приглашают. Я просто не в курсе этих традиций. Я не смотрел фильм, блин, американские. Так это что, выпускной, что ли? Ну, типа, блин, танцы, это как выпускной, это предвыпускной. У них каждый год такое у всех, во всех сериалах так. Танцы... Серьезно? Да. Серьезно, объясни. Ну, блин, ну вот в «Дневниках вампира» так было, в «Сплетнице» так было. Ну, во всех этих. В моей жизни только так не было. Только в моей школе, да, такого не было. Ненавижу. Парни должны приглашать, а не девушки. Сейчас 21 век. В любом случае, мне не до этого. Ведь в последний раз за год наш класс соберется вместе. Точно. Главное – организовать для всех классный праздник. Льюис тебя еще не пригласил? Тогда пригласи Льюиса сама. Никогда не совершай чужих ошибок. А вот ты бы пригласила? Конечно. Правда, Зейн меня уже пригласил, но будь я на вашем месте, пригласила бы. Привет всем. Клеоне хочет идти на танцы. Но ей нужно там быть, не так ли? Мы боимся там промокнуть. А кто-нибудь притащит водяной пистолет? Нет, Рики права, ты должна пойти. А, я хотел у тебя кое-что спросить. Правда? Да, но спрошу позже. Вы помните о моем исследовании? И я могу сказать, что я на пороге изобретения водоотталкивающего средства для вас. Блин, я так и думал! Я предполагал, что он сделает гидрофобную жидкость. Ну, думаешь, это поможет? Ну, конечно, поможет. Она реально отталкивает воду. Правда? А это значит, что вам всем можно будет пойти на танцы. А может быть, даже и плавать. Ты что-то хотел у меня спросить? О, да. Она миленькая. Она очень миленькая. Сейчас пригласим девочки. Сейчас. Хватит иронизировать. Могла бы ты дать мне еще один волос? Мне очень нужно для исследования. Ай. Прости, это для науки. Пока. Привет, Цыпа. Не хочешь встряхнуться? Нет. Привет, Цыпа. Здорово. Какой мерзкий какой персонаж. Же какой же ты. Трёмный. Какая быдлятина. Ты приглашаешь меня на танцы, Нейт? Да, если хочешь. Смотри за него. Я начал охоту на цыпочек.
Нет. Ладно. Может, передумаешь? Пока. Везет же тебе. При каком условии это должно сработать? Если он даже после... Ничего. Я думаю, при каком таком сюжете это должно сработать? Ну, типа, ее никто не пригласит, и она такая, ладно, Зейн. Нет, ой, твоя цыпа. Зейн, а этот. Нейт. Мудак. Мудак. Да. Цыпа! Нам подписчица одна писала, что они встречались в реальной жизни. Да, кстати, писали такое, да. Он просто подошел к ней и такой, он даже не знал, что его снимают. И Клео потом такой, хорошенький какой. Они после этого начали встречаться. Да, да. Никто никогда не называл цыпой. Я всегда русалка, а сегодня я. Я сегодня курица. Танцы сегодня, так что лед мне нужен как можно быстрее. Спасибо. Чё? Ну, лед. Мне лед нужен как можно быстрее. А да и есть лед. Мне кажется, сценаристы специально так придумывали. И чтобы у нас чтобы горели жопы. Такие, типа, она... это как в прошлый раз. Типа, Рики, посуши ее феном. Могу, что тебе все равно. Если бы он хотел, он бы меня пригласил. Нет, не вы. Да, вы для меня староваты. Мне только лед. Спасибо. Смешно. Да и мне вообще-то не все равно. Покажите Мири. Не знаю, пойду ли я сама. Ага, ты будешь дома играть в карты. Почему? Знаете, что я пойду. Не понимала? Почему нельзя приходить на танцы одной? И вот так вот. Там всегда проблема, типа, мне не с кем пойти, поэтому я не приду. Со стаканчиком вот так. Ну да, пришла, поела, потанцевала, попила, ушла. А там, глядишь, с кем-то что-то случится, пора освободиться. Ну все. В чем проблема, девочки? Если Льюис меня не пригласит, слушай, дай Льюису еще один шанс. Самый последний шанс. Клео, привет. Привет. Льюис, ты ничего не забыл спросить? Да, забыл вообще-то. Правда? Что же это? Я постеснялся спрашивать это при девчонках, но... Пользуешь ли ты зубной пастой? Или дезодорантом. Твой вариант. Ему нужен образец ушной серы. Ну ладно. Я тебе сейчас покажи кружку насру. Нет, только нет. Привет. Нейт, ты все еще хочешь пойти сегодня со мной на танцы? Да. Эй, оденься покороче. И поярче. Кошмар. Что за лохи? Какой ужас. Что за лохи непонятные? Сейчас она придет как шлюха. Как мы и хотели. Пополам ее раздели. Это, жесть, фу. Это антипример, как нужно как себя Нейт, вести. Пожалуйста. Да. Было коротко. И ярко. Думаете, получится? Конечно. Мы укутались так, что вода нам нипочем. Мы выглядим глупо. Нет, нет, нет. Нет, конечно, нет. Все классно. Мы выглядим глупо. Ну, Эмма выглядит глупо, да, это правда. А Рики, по-моему, даже очень нормально. Рики выглядит как Queen. Ты идешь? Я же организатор. Это моя обязанность. Вы здесь? Отлично. Еще волос, Льюис. Нет, нет, образцы мне больше не нужны. Я закончил исследование. Клео? У меня есть дезодорант, Льюис. Да нет же. Я изобрел производные аминокислотные тефлоновые соединения, которые при контакте с кожей отталкивают воду. То есть мы защищены от воды? А ты уверен? Сейчас проверим.
Видите емкость? В ней вода. Льюис, полотенце уже в сумке. Теперь лови меня, когда хвост появится. Ура! Ты его видишь? Теперь можно не переживать из-за воды. Блин, знаешь, что еще интересно? Они живут обычной своей жизнью, да? Типа, Клео работает в аквапарке, Эмма тренирует пацана, типа, в бассейне. А на вечеринку сходить опасно. Мы должны одеть длинные рукава, как там эти. Там очень влажно. Там будет потом в конце пенная вечеринка, их накроют. Нет, они в кафешке же тусуются постоянно. Это такая же вечеринка в той же кафешке. Ну, типа, они как будто бы слишком очень много важности этому придают и слишком много опасности в этом. Ты была на таких вечеринках вообще да. хоть раз? Ты все, что захотим? Да, да! Теперь можно надеяться покороче и поярче. Танцы? Льюис даже не в курсе был, оказывается. Как тебе? Это похоже на комплимент. Сейчас он будет их всех... Клео, прости, я просто увлекся исследованием и забыл, что танцы уже сегодня. Но, увидев твое платье, я подумал, что, может, ты, я, мы могли бы... Ну, мы с тобой, может быть, если хочешь, конечно. Кавалеры пришли. Чё? Она до сих пор злая на него? Во-первых, она подошла к этому Нейту, да, его Нейт зовут, и спросила, ты все еще хочешь танцевать? Он такой, да, хочу. Ну и все. Не, ну он сказал ей, ну, типа, понятно, что она пойдёт с ним. Нет, непонятно. Она такая, а, ну хорошо, идем. Она не подтвердила. Она просто вопрос задала. Хочешь? Хоти. Не в этом. Ладно. Люсь сейчас будет страдать. А у Льюиса нет кавалера. Я сказал, короткое и яркое. Что? Ничего, нам пора. Льюис, какая ты не идешь? Какая я не такой обмудок. Хочу короткое и яркое. Вот. Подойду попозже. И вызови пожарных. Эмма беременна. Да, Эмма беременна. И кажется, животик уже на третий тянет. О, там маленькая рыбёха. Икра, скорее всего. Подожди. Ведь будет? А как они будут рожать? Это смотря как они забеременеют. Если они забеременеют в теле русалки, тогда разродятся икрой. Если они в теле человека забеременеют. Если в теле человека забеременеют, родится человек. А если в теле русалки забеременеют, рыбка родится. Рубин, все очень просто. А если во время родов? На тебя налить? Нальют воду. То все, конец. Типа есть же роды в ванной. Кесарево. Так все. Это же другое тело уже, тело русалки. Куда пропал ребенок? И я отвечаю, это очень крутая штука. А ребенок пропадет, если ты превратишься в русалку? Ну, я это и спрашиваю. Хороший вопрос. Если он не пропадет, то можно сделать крутой финт. Ты берешь, превращаешься в русалку, делаешь кесарево, вытаскиваешь ребенка, превращаешься обратно, у тебя нет шрама. Да какое кесарево, там нет ребенка. Это тело русалки забеременело, тело человека, а не тело русалки. Там же все по-другому, там же и Мы как уже выяснили, это два разных тела. И там получается, остается только ручки и голова. Да. А репродуктивная система связана, получается, с телом человека. Нет, а есть ли репродуктивная система у русалки? Сколько вопросов и так мало ответов. Это как-то очень... Напишите нам, наши специалисты по русалкам. Может ли русалка родить? Такой, ну знаете, на самом деле может родить, если... Ну понимаете, да? Пока, Льюис. Да ты можешь нормально налить. И ты позволишь ей уйти с ним? От меня это не зависит. Конечно, зависит. Она только о тебе и говорит. Давай, Льюис. Ты же лучше него.
правда? Батька, какой хороший, батька! Да дело не в том, что... Батька хороший, дело привет не в том... за батьку. Да успокойся ты! Дело не в том, что Льюис хороший, а этот... Один покороче, слышь... Я про батьку говорила, что какой... Да я говорю, он не против Льюиса, он против того Нейта. Тогда... Он говорит, так я что сказала, что батька против? Да батька не лучше, батька просто... Ну да, ладно, что хорошо. Ты несешь? Тортик, твою мать. Где Нейт? Он веселит. А ничего, шарики друг другу кидают. Да. Два парня во время танцев кидают друг другу шарики. Так они дебилы, и дебилы. И получают от этого удовольствие. Ладно, я ничего не знаю об австралийских. У меня очень красивая платьюшка, согласись. Да, очень красивая. Ей очень идет. Она сама по себе, когда оденется, перестает играть дурочку, да. Очень красивая и, девушка. Но локоны надо было чуть-чуть распустить. Ну, раньше так модно было, чтобы они прям четкие были. Сначала друзья, а потом танцы. Хоть кому-то весело. Я смотрю, Мириам вообще да, ни одного не упустит. Она всем докучает. Мириам осталось только к Льюису подкатить да, и да, его но засосать. Она не станет к нему подкатывать. Почему? Лишь бы только, лишь бы только насолить. Да, да. Пригласил бы меня, если бы не забыл о танцах. Можешь спросить сама. Все будет романтик. Сначала танцы, потом друзья. О, нет! О, нет! Я все испортил, да? Ну, ты можешь разбить их пару. Блин, Льюис очень красивый, вы заметили? Да, мы заметили. И Рики красивая сегодня. Ну, Рики, блин, всегда красивая. И ты сегодня смотри, какая. Спасибо. Пожалуйста. Я не договорил. Давай, Льюис, классной песни. Как это? Ой, как весело! Вообще, отрывайся! Пойду попью! Свободен? Потанцуем? Эй, пойдем поговорим. Ничего, только поговорю с Льюисом немного и вернусь. Какая Мириам красивая. Смотри, она правда красивая девушка. Ну да. Красота это не самое главное в жизни. Хорошо. Тебе нужно вот именно, еще. Я тебе верю. Ну вот смотри, я просто объективно. Она, если бы не была моральным уродом, что... Нет, нет. Блин, она очень какая-то дикая, это шестерка в мире. Давай, Лёнь, давай. Она очень сегодня да, хочет какой-то да, активный вечер. Активный. Видимо, она тоже осталась без пары и, ну, ко всем клеится. Может, надо было дома, блин, этим спреем покрыть, как вы считаете? Классная вечеринка. Ты справилась. Хорошо, что я не пригласил тебя. Ты хотел? Да. Но ты рассказала про сложности, про то, как ты занята, и что ничто тебе не помешает. Я понял намек. Это был не намек. Правда? Эй, иди-ка сюда. Нам нужно... Ладно. А зачем Зейн вообще согласился танцевать с Мирием? Он как бы такой, он типа как будто ни при чем. Он такой, что же делать, она танцует, и я танцую. Да я как бы сам по себе, и она тут сама по себе. Мы просто рядом стоим, она тут...
Вот, блин. Зейн уже сбежал? Это мой новый дезодорант. Может, ты мне поможешь? Отдай! Ой, извини. Он закончился. Ничего, вам он нужнее, чем мне. Ты злишься на нас. Ты вся покраснела. Это все от вашего запаха пота, да? Больше похоже на давление. Вот мрази. Я хотела разрекламировать тебе танцы, Ой. Чтобы ты меня пригласил. И ей Они тоже не все покраснели. Это аллергия, это может, аллергия. Какая-то. Они сейчас начнут волдырями покрываться. Ну, прыщи шесть. Формируются на русалках намного быстрее, чем на людях. Я русалка. Извини, если смутил. Я не смущена. Ты красная? Я принесу воды. Жесть. О! Тебе нужно проветриться. Это значит, Мириам и все ее подружки тоже сейчас будут все в какой-то гадости. Мне кажется, еще кожа начнет. А прикинь, у русалок специальная кожа, она регенерирует все быстрее. Повреждения. А у девочек начнет облизать постепенно, а не до костей. Интересно, из-за чего это? Может, Льюис что-то не то добавил? Льюис какой-то странный ученый такой. Я изобрел. Вообще никак не проверял. Ничего для этого не сделал. Просто сразу же сделал. Он переборщил серой Клио. Ушной, и поэтому раздражение. Слишком много вот так вот шприца выдали. Это не загар, Льюис! Что же ты наделал? Не знаю. Это из-за дезодоранта. Конечно, из-за дезодоранта. Что нам делать? Думаю, это просто нормальная аллергическая реакция. Нужно это исследовать. Еще серы? Желательно. Ну а что нам делать сейчас? Ты испортил нам вечер, Льюис. Взгляни на нас. Пошли отсюда. Ну и что, немножко красненький, ничего страшного. Ну это же еле заметно. Вот ты где? Ты не красная. Не надо отвлекаться. Да, а девочки не покраснели. Почему? Время прошло, не прошло еще, наверное. Сейчас какое-то странное что-то, да? Похоже, аллергия пропадает. Блин, я как будто с ними тусанул сейчас. Такое расслабон. Ты серьезно? Да. Но только когда мы русалки. И какая от этого польза? Байрон почти сделал шаг. Правда? Фантастика. Да, потом я превратилась в помидор и убежала. По крайней мере, он тебя замечает. Тиффани, можно тебя попросить? Да, Льюис. Чё? Мне нужен образец твоих ногтей. Да, Льюис. Это Клео так и представляет. Смешно. Ладно, все. Я считаю, что Клио самый милый персонаж из последних несколько серий. Она у меня только нежность вызывает какую-то сердечную. Что, девчонки еще не вернулись? Думаешь, тогда бы мы сидели здесь? Думаю, они еще вернутся. Они дома? Что-то случилось? Она тут как тут всегда! Как она появляется? Просто следить за ними. Женщине делать нечего.
Реально, она не занимается ничем от слова совсем. Ее единственное развлечение — это следить за своими реинкарнациями. О, дайте угадаю, вам сказал дельфин. Я ошибаюсь? Да. Нет, вы правы. Я все испортил. Я же сказала, наука и магия — разные вещи. Но наука полезна, как правило. А она может объяснить, что творится в твоем сердце? Да особенно какое сегодня. Какое тебе дело? Ладно, хорошо. Допустим, что магия существует. Что в ней хорошего и как ее применить? Кто знает. Это магия? Девчонкам нужна помощь. Если наука бесполезна, а для магии нет инструкции, то мне-то что делать? Быть другом. Может, это и немного, и тебе это может показаться мелочью. Но девочкам нужен друг вроде тебя. Чё, зафрендзонить? Типа, им не нужен самец. Им не нужен парень, им нужен друг. Люди. Просто, чтобы Причем ты делал... Причём всем троим. Чтобы ты просто работал и делал свою задачу. Выполнял их мелкие задачки. Подгребал за ними дерьмецо, Льюис. Это твоя работа, Льюис. Друг. И все? Это все? Ничего себе. То есть она пришла и такая ему по рукам: хрясь, ты никогда не ты сможешь... Ты должен быть другом. И все. И все? И все. И все. Почти прошло. Смотрится, как загар из солярия. Танцы, наверное, уже закончились. Девчонки! Девчонки, вы здесь? Так, значит, все уже прошло? Ты как раз вовремя, Льюис. Простите, я и понятия не имел, что этим все закончится. Я хотел помочь, и сейчас хочу. Теперь будет другой цвет? Если тебе интересно, то Байрон все еще там. Он ждет, когда ты вернешься. Сомневаюсь. Он, наверное, провожает Мириам. Если он пригласил, девушку должен и проводить. Но это она его пригласила. Тиффани проболталась мне во время танца. Это же все меняет. Значит, Мириам уже вцепилась в Зейна. Нет, она тусуется с Нейтом и его компанией. Правда? Да, Зейн попросил их держать ее подальше от него. Он... Это очень миленько. Нейт спрашивал про тебя. И я пошла с ним только потому, что никто больше меня не пригласил. Ты это обо мне? Да. Ты был так безразличен. Это очень раздражало. Ведь ты мне не безразличен. Правда? Все? А он такой: извини, я должен быть только твоим другом. Нет, да, мисс Четом сказала, что это опасно. Опасно. Так и будем стоять, или... Думаю, нам пора. Байрон! Почему ветра нет? Типа должен быть ветер. Клио, я не знаю, что сказать. Ну, да, то есть ты мне тоже не безразлична. Мы друзья, да? Или все-таки коллеги? Надеюсь, что нет. Нет, не думаю.
Коллеги. Я не об этом. Почему коллеги? Клео, где... Где объяснение? Все сложно, сложно. Ты пытаешься все это анализировать. После всего, что мы пережили. А ведь ты права. И мисс Чатам права. Нет. Наука может объяснить не все. Я больше... Да я больше и пытаться не буду. Просто доверюсь магии. Вот и молодец. А сама она поле... О. А мне очень нравится эта магия. Привыкай, Льюис. Угар. Ладно, типа она проявила инициативу. Ну да, ей же Рики говорила вначале. Хотя, с другой стороны, он же до этого тоже проявлял инициативу. Да, конечно. Просто она его отшила. А как она объяснила тем, что все поменялось? Потому что многое пережили или потому что... Почему? Ну, она его... Подожди, давай разберемся. В тот раз она тоже говорила ему, типа, да ну, Льюис, ты че, куда мы, друзья, ля-ля, тополя. Нет, от Льюиса не было конкретного предложения, типа, давай встречаться, давай... Ну, типа, такого не было, и она так... Поскольку такого не было, она его и не отвергала. Это, типа, все они встречаются, что ли? То есть, ну, они типа, все... да. Одна Эмма осталась не такая. Ну, почему? Она танцует с Байроном. Ну, танцует — это одно. Хотя они первые, на самом деле, начали вступать в порочные отношения. Потом... Эмма и Байрон? Да. Они просто взяли небольшой перерыв в отношениях. Ой, что-то как-то, я даже не знаю, у меня какие-то сомнительные чувства. Какие насчет? Да блин, столько всего за сегодняшний день. Ты, тыква, Эмма поцеловалась. Ой, точнее, Рики поцеловалась. Клио поцеловалась. Тыква поцеловалась. Ты стал коммунистом. Я стал коммунистом.